Это видео на своей странице в Твиттере разместил один американский режиссер. Во время регистрации в аэропорту он оказался, внимание, единственным пассажиром на борту самолета. Предлагаю не анализировать, почему никто больше не полетел этим рейсом лучше. Восхитимся вежливостью экипажа, который для массы загрузил в багажное отделение мешки с песком и полетел по маршруту. Этот ролик всего за одну ночь набрал 2 миллиона просмотров. И угадайте, кто больше всего понравился подписчикам автора этого видео. Это пилот. А вот еще одно очень доброе авиавидео. Пассажир через иллюминатор играет с работником взлетной полосы в камень-ножницы-бумага. Всего 6 секунд попало в кадры, их можно пересматривать бесконечно. Автор восхищен, как легко некоторым людям удается найти друзей. Когда смотришь на видео с самолетов, иногда думаешь, а вдруг они прямо сейчас летят над Мордовией, а тут в это самое время кто-то преодолевает сложный путь. «Это Качкурово», – пишет автор, – «вот какие там дороги». А ему тут же отвечают, в Саранске есть такие же. Правда, показывать их никто не стал. А на этом видео дороги совсем не главное. Это Австралия, и там впервые за много десятков лет, рассказывает нам аннотация, выпал снег. И не только люди были удивлены. Кенгуру с удовольствием скачет по свежевыпавшему снегу. Хотя возможно, что они мигрируют в теплые края, подальше от внезапных холодов. Но вернемся на родину, в Россию. У нас тоже, надо признаться, лето поломалось. Но купальный сезон все-таки открыли. В Урюпинске, например, не только люди. Типичные пляжи в России. Урюпинск – столица российской провинции. Медведь на пляже. Косолапова на поводке привела искупаться на пляж его хозяйка, и он от этого получает несказанное удовольствие. Да и остальные отдыхающие тоже не против такого соседства, и выглядит это все очень забавно. Примерно так же пугающе мило выглядит вот это общение дайвера с акулой. Она, кстати, далеко не ручная, это самая настоящая тигровая. Они считаются самыми опасными для человека, но это слишком покладисто и доброжелательно. Автор видео объяснил. Он ввел рыбу в транс, каким образом, конечно же, не уточняет. Ну и не надо, и так можно смотреть и наслаждаться. Если вы тоже сняли что-то необычное, интересное, не держите видео в своем смартфоне. Делитесь им с друзьями, а уж мы найдем его в интернете и обязательно покажем в нашем интернет-обзоре.